Здравствуйте, вы попали на обзор на главу Гамма. Представьтесь, расскажите о себе. Меня зовут Алексей. Я хочу попасть в главу Гамма. Все. Ну, как? Рассказывать то, что я работал раньше в ЛВПД, да? Не-не, вот вся информация, там, сколько лет, где живешь. А, живу в штате 23 года. Слушай, ОЦ, не IC. Это игровая информация, а ОЦ — это именно реальная жизнь. Ну, вот реальная жизнь, сколько же тебе лет? Ну, мне 15. Ну, вот, все. А где живешь? И короче, свой ПС? Короче говоря, я живу в городе Керчи. А часовой пояс какой? Ну, обычный. А, и онлайн суточный. Сколько часов играешь? А обычный это какой? Можете уточнить? МСК? Ну, это да, МСК, это Керчи. Да. Ну, играю я в день, может, часа. Ну, примерно, не прям так. Ну, примерно, ну, может, если вообще захожу, то могу играть от двух, бывает даже до восьми. Угу. Ну, продолжай, Влад. А это вы вообще помимо сампа чем занимаетесь? Ну, пока что учусь. Угу. Все. Скажите подробно, пожалуйста, о действиях при ЧС. Действия при ЧС. Ну вот вам сообщили, там департамент ФБР. Там собираемся в РЖЛСПД в штате ЧС. И вот все действия. Сначала я подготовлю боеприпасы. Так, ну, бронежилет, комплект оружия, а также перейдем в форму. Ну как, так сказать. Ну ты уже, вы уже схватите. Затем выдвинусь на место сбора. Именно, ну, в гараж ЛСПД. Затем встану в строй. Мне скажут, что делать дальше. Ну, как? Какую роль? Потом едем на место ЧС. И там уже как получится. Угу. А состав свой строить будете или нет? Вот ты отряд, глава. Да, состав нужно построить. Распределить роли им. Кто куда. Угу. Ну дальше тогда. Ладно. Ну, я уже вроде, в принципе, а ты уже все? В ЧС. Нет, я спросил, я сейчас на ситуацию хочу перейти. Ну вот, на ситуацию. Ну, ты не будешь задавать, нет? Я, ну, последнее задам. А, хорошо, смотри, пиццеедов. А, ты занял выгодную позицию, да? И перед тобой, перед твоим зданием, на котором ты находишься, стоит стул. На стуле стоит гражданский, которого ты должен спасти. А давай, чтобы увеличить сложность, давай это будет президент США, к примеру. И за ним стоит тип с детонатором, короче, сам похититель. Твои действия? У тебя снайперская винтовка, конечно, есть. Твои действия каковы будут? То есть он стоит на столе, нет, его нет, держит. А, нет, 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 нет. А, смотри, вот ты стоишь на здании, да, например, в комнате какой-то, да? Смотришь со снайперки, с зума, да? С прицела. На стул, на котором сидит мэр, там, ну, США, там, президент. На нем этот бронежилет смертника. Вот. И, короче, и у террориста, да, этого террориста, похищаемого, детонатор в руке. Твои действия каковы будут? Наверное, все-таки я сначала, ну, я один, да, получается? Угу. Ага, если бы я был в отряде, то я бы назначил... Ну да ладно, это не важно. Скорее всего, я сначала стрельнул в руку с детонатором, чтобы сбить. Потом резво, ну как, в смысле, сразу начал стрелять по голове террориста самого.
Как-то так. Вы будете задавать, Никита? Да. Смотри, типа, у тебя есть, допустим, там 5 человек в отряде. Ты глава. Там, допустим, ЧС в банке. Что ты будешь делать? Какие крыши занимать? И все, твое командование. Ну, для начала я построю состав, Ну, это понятно, да, распределю, и мы уже затем все мы уже... выдвинулись они на ЧС, и все, ты командуешь дальше своим отрядом. Скорее всего, большинство из них будут сидеть в вертолете, так как я их рассажу по крышам вокруг здания банка. А какие на крыше? Именно перед зданием банка, слева и справа от выхода. И смотри, еще такая ситуация выходит из крыши банка, там, допустим, 10 мафиозников и начинают наших грабить. Что ты сообщишь там рацию и действия твои? Вот Сообщить выходит и такой, охоте, да? ну, начинает наших расстреливать и всех гражданских. А вы на крыше стоите. Вы же должны что-то сказать, где, откуда. Да, сначала сообщим о местоположении преступника, затем начнем открывать огонь по нему. Без команды или по команде? Ну или вот так вот просто начнете огонь? Или по, там, Нет, пока я не сначала скажу, я... либо Романа. Сначала мы предупредим все остальные отряды о том, где располагается преступник. И затем по команде, ну, как спрошу сначала открывать огонь по преступникам, которые сидят на крыше. Если дадут разрешение, то начну стрелять. Ну все, да, у меня вопросов нет. Все, у меня тоже. Мы вам перезвоним, если вы пройдете обзор.